Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla в белом цвете 2013 года на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, мощностью 122 лошадиные силы АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеется камера заднего вида, хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 178 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон. Чистый, ухоженный, тканевый, имеется мультимедиа на Android системе, стандартная печка с кондиционером, обогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, режим спорт, мультируль круиз-контроль, электрорегулировка зеркал, корректор фар, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.